Посмотрите, друзья, как... Where from, sir? No, English, Russia. Russian? Россия, да, yes. Смотрите, город вообще практически нет пробок. Вчера ехали, были пробки одни. И светло. Едем в аэропорт. Летим в Китай. Гуанчжоу. Гуанчжоу, Москва. Гуанчжоу. Yes. Go home. Итак, друзья, мы все прошли ленту. В это время кто-то развлекается телефончиком. Ну все, друзья, мы нашли стойку нашей регистрации. Она, как и в прошлом году, стоит в этой зоне. Здесь она будет происходить. Здесь самолет в прошлом году был точно так же. Да, не забудьте взять курточку. Офигенно холодно. Итак, друзья, за моей таможенной контролем. Мы его прошли с успехом. Чемоданы сдали. Все, встретили друзей из Беларуси. Они тоже отдыхали, причем на Бахоле. Зовут его Олег. Олег, привет. Передай друзьям привет. Все нормально. И мы сейчас выбираем шнапсика маленечко. Мы тут, мы собираемся в этот. Что тут? Вот я карте либо такую брать, либо такую. Я говорю за 30. Не, ну это что 35. Кафешечку с нашими новыми друзьями из Беларуси. Мы купили один, но почем здесь магнитики? Поступил заказ 150. Срочный. Да. Они все видят. Бургеры. Ой, здесь уже по 300, еще дороже. Так что мы в супермаркете были. Очень хорошо купили их. У кого долгое ожидание, можно прийти, смотреть, сиденья мягкие, расположиться себе и спать на здоровье. Ну все, друзья, сходили вниз, посмотрели. И все-таки самые хорошие кафешки. И по цене недорого. Получается вот это. Пицца-паста. Сейчас вам цену покажу. Внизу вообще все дорого. Сейчас цены покажу. Вот смотрите, можно шейк заказать. 150. 150. Пицца. Окей, окей. 200 пицца. 150, 150. Ну, цены такие, как вы все увидите. Вот. Мы все заказываем. Пиццу? Да. Гейт у нас номер 2, и туда идете вниз, и... У нас еще будет один досмотр. Начинается. И все, и тут получается у нас вот гейт, все будет. Окей, okay. One minutes. А ряды у нас такие. И встретимся в Гуанчжоу, в гостинице. Надеюсь, все было хорошо. Пока-пока. Так, друзья, мы в Китае, короче, вон там транзитная зона, нас оттуда повернули. Мы пошли паспорт на Гарубре, они сказали, не, развернули, пошли сюда, заполняйте транзитную визу на 72. Дай, Оле, бумажку, я покажу, а то у нас все нет никак. И желтую, и такую. Вот надо заполнять вот такую бумажку. Это транзитная виза на 72 часа, мы в Гуанчжоу. Ой, в этом заполняли, как же, в Урамчи. Нет, это здесь мы заполняли. В Урамчи такую же белую нам давали, транзитку. Не знаю, видно вам, не видно. А в самолете что, дай желтую. Обошла без другим программы. По-татарски уже. Короче, одни бумажки, еще коммунистическая страна. Нужно распечатать. Иди расписывайся. Ой, расписаться. Окей. Короче, друзья, стоим перед таможней. Девушка подошла, по-английски сказала, мы ждите, вас увезут, автобус придет. Заполнили эту декларацию. Но снимать нельзя, снимай втихаря. Давайте, пока. Москва? Ну все так летят. Вот нас всех и собрали. Надо сейчас всех в гостиницу, в 1:40 всех вылет завтра. Во сколько? У нас другой вылет. Нет, здесь с чем-то вылет. У них пересадка в Ухане, а у нас остановка. У нас остановка. У нас просто техническая посадка. У нас техническая посадка. У них пересадка.
Ага, у них дальше. С другого самолета на наш. Мы, получается, к вам пересядем. Наверное. Ага. Короче, так, нас всех ребят собрали здесь. Раньше вылетите. Вот таможни. И подождем вас, пока вы нас. Да, там. И встретимся там. Из Казани, да? Да. Все просто. Акварс. Ага. Вчера проигрался на вас. Ага. Так, вот это надо в мочим отдать. И, в общем, тут всех нас в кучу собрали, всех ребят. Сейчас везут в гостиницу, сказали ждать, не выходить, ни шагу вправо, ни влево. Слова, все прочее. Тогда нас кормить там. Покормить тебя два раза. Завтра, ну, это у нас. А, ну да. Во всяком случае, так вот, как в Москве мы тогда были. Еще вечером. И тебя покормили? Да. В самолете покормят. Нам 9 часов лететь, но время надо будет работать на нас. Вперед. И идем. Местный доместик терминал. И вот сейчас, когда вы все это дело прошли, мы идем к стойке 20. Ну все, ребята. Ищем стойку 20. На эскалаторе спускаемся вниз. Вот оттуда пришли, когда таможню прошли. А мы в поисках стойки 20. Так, теперь поднимаемся наверх. Посмотри назад. Вот тут мы кушали. Вот тут мы стояли, снимали стойку. А там автобус нас привозил. Вот. Тут помнишь? Повернули. Все, идем прямо, прямо. Пальмочки вот эти. Запомните. Но мы тут не ходили просто с тобой. Мы пока ищем стойку 20. Я снял искусственные красивые пальмы. О! Мы уже где-то... О! Стойка 20, смотрите. Возле этих пальм. И все наши тут туристы сидят уже. Нормальдос, это до местных терминал. Вся наша группа уже здесь. А вот чао. Чайно. Нормально. Ну, в общем, друзья, Даша спросила, чтобы нас поселили в этот же отель. А так вы можете прийти, выбрать здесь любой отель, который есть. Вам предложат по-любому. Таблички у них лежат. Какой отель вы хотите? Вот такой или такой. Вот. Потом записывайте в этом журнале свою фамилию. Ну и все дальше. А дальше сидите вон там и ждете свой автобус. Снимает скрытая камера. Отлично. Короче, друзья, едем в один отель. Оля, расписывайся. Расписываемся в журнале. Итак, друзья, благодаря Даше мы все едем, и нас забирает сразу. Нам дали бирочки вот такие. Смотрите, вот, супер. Ребята, если хотите выпить, и у вас нет стаканов, то ищите вот такую вот в аэропорту штуку прекрасную. Мы с Олегом нашли. Вот она буквально, вот там сидят ребята. Нажимаете кнопочку, и она вам льется. Попили, а стаканчики заберем с собой. Так как у нас там есть виски и закуска с самолета. Так, друзья, за нами пришел автобус. Едем в отель. И все, друзья, нас привезли в отель, вообще шикарный. Компания China Southern. Позаботился об этом, смотри, все в мраморе. Офигеть. Да, сейчас посмотрим, что там в номерах дадут там. Все это нам бесплатно. Holiday Inn. Вот эта авиакомпания предоставляет такие отели, супер. Офигеть. Лифты позолочены. Ну что думаете, это мрамор? Вы думаете, это мрамор? Хрена лысый, это ковры.
Молодец. Лифты золотые. Египтом пахнет, точно. В Египте такие же отели пятерочные. Ну, здесь 4 звезды. Тут 4? Да? А что же у них тогда 5? 8 нажмут. Я не Не потеряйте бумажки на завтра. А то у нас выгонят на... Друзья, вот вышли из лифта. Лифты позолоченные, офигеть. Офигеть, ковры мягкие, ты видела? И что, номер? Открывайте дверь. И включайте свет. Включайте свет, у нас президентский номер. Нажимай что-нибудь. Все, нажимай. Ой, я не знаю, может, я сейчас... Ёк-макарёк. Мама дорогая, блядь, авиакомпания. Как свет включить? Я не знаю, карточку можно было включить. Вот это номер. Вот это номер. Президентский номер. Попали мы. Моемся, не спим, моемся целый день, моемся, сидим, пляшем, опять моемся. Это Даша, спасибо. Даша такое, да? Да, смотри. Обалдеть. Две воды. Еще завтраком накормят завтра. Я теперь все время буду 12 часов брать в авиакомпании. Слав, как свет? Саутон, да не знаю. Ёп, макарёк. Ну ты включи свет, что ты в темноте снимаешь? Карту дай, надо карту воткнуть. Там карта стоит какая-то. Наверное. Не знаю, как. Как свет-то включить? Приехали колхозники, блядь. Может, провести надо? Золотая. Провели, а может... Это кондиционер, не надо. Вы видели, ребята? Все на китайском. О, 26. 27, окей. Wi-Fi вот мы не спросили, конечно. Ну, что могу сказать? Завтра спросим. А завтра что нам уже... Смотри, 27. Раз. Кондишн наверху. Может, надо карточку свою включить? Ну, давай нет, свою вот в темноте там мне. Какой у них номер? Вы даже не спросили. 700 какой? 7 этаж, а номер комнаты какой? Давайте, ребята, свету нам дайте. Тут полоска, ну смотри. Так, друзья, смотрите, какой номер дали нам. Ковры мягкие везде. Заходим в номер. Обалдеть. China Southern предоставляет номера. Смотрите дальше. В номере прохлада. Все по-деловому. Я теперь представляю, что они ездят на Филиппины. Телек. Кровати. Такой у нас номер. Офигеть. За окном Китай. Гуанчжоу. Все, моемся, ложимся спать. Может даже спать, а потом... Слушай, тут 4 кровати, что ли? Тут 5 человек можно положить, блядь. Если их сдвинуться вообще. Пуховое одеяло, что ли? Это вообще... И что? Я был прав, что 12 часов взял? Чао, Санта. Но все равно в отеле в каком-то жили бы. С перелетом. Ты же не хочешь 12 часов, ты трясешься? Вообще. Москва разве нам такое дала? Сарай дала какой-то, блин. Вот так. Все, а как нажать этот-то? Какой? Телефончик. Хотите позвонить за границу? Да, конечно, хотим, блядь. Где там нахуй? Да, все. Путину наберите мне нахер. Пусть посмотрит, блядь.
щелкни мне вот на этом телефоне, вот так сядет, на мой телефон. О, тут у тебя даже этот есть. Как их? Ручки. Смотрите. Пошли на завтрак. Фиги. Такой отель вообще. Лифт позаботен. Рассвело. Внутрь. Так, какие кнопки нажимать? Первую, наверное. Один. Но тут нет же ресепшн. Ну да. Цифру. Вниз поехали. Ну вот, а завтрак? Ну, показывай. Может быть, это на каждом этаже свой завтрак? А это что есть в бассейне? На третьем этаже бассейн, на втором этаже бассейн, на втором. А нам на какой этаж? Это столовая. Садитесь, говорит, куда хотите. Надо набирать, наверное, или что? Ну да. Ну все, надо столовую набирать. Маленькие, да, какие-то? Угу. А, вот побольше были. Мы с тобой маленькие взяли. Друзья, тут еды обалдеть. Всякие сорта. Мяско. Я уж туда не стал идти и показывать. Как-то неудобно было, но вот там полные столы еды. Все, что хотите. Арбузы, папайя, дыни, яблоки, груши. Грецкие орехи. Изюм. Все, я не знаю даже, не знаешь что. Я не знаю, мы куда попали, в какой здесь, отель, наверное, президентский этот отель. Отель? Нет. Ну, не президент. Этот отель, наверное, стоит половину стоимости нашего перелета. Точно. Как это будет для авиакомпании, вообще непонятно даже. Вообще ничего не понятно. Просто обалдеть. Приятного всем аппетита. Давайте, друзья, поснимаем отель снаружи. Вчера было темно. В таком прекрасном отеле мы жили. Сейчас придет за нами автобус в 9 часов. Но на улице, я скажу так, градусов 20, наверное, здесь. Жарко. Вот такой отель. Мы жили на 8 этаже. Едем в аэропорт. Приехал за нами также автобус. Красиво было, когда выезжали, тут какие-то кусты. Какие-то кусты. Травка желтая. Там, друзья, прошли таможню. Смотрите, на Москву идет А7 по А12. На Москву у нас был А10. И все, идем по этому длинному коридору. На лифте поехали. С чемоданом неудобно. С чемоданом неудобно вниз туда. Езжайте вниз. И сидите вы в клеточке. Здесь клеточки, здесь нет ни duty free. Есть только вода попить и но все. Это потому что это. Потому. 72 часа у нас, чтобы мы никуда не. Не делись. Никуда не убегали. Лифт открылся и все. Вот мы А7, А12 и вот зал ожидания на Москву. 10. И вперед вон там. И ждем посадки. И летим дальше. Итак, друзья, мы уже в самолете. Самолет большой. Здоровенный просто. Как всегда и летали. Мадам устала, друзья. Все, начинаем свой полет. С аэропорта Гуанчжоу. Летим в Москву. Итак, друзья, это мы, и у нас техническая остановка в городе Ухань. Всех встретили нас, дали такие бирочки. Самолетик большой, хороший. Это СЛО Москва. Наклеили бирочки всем и отправили. Там еще раз в паспортный контроль у нас вторые бумажки белые. Оторвали. И потом
Все сопроводили, сказали влево-влево, всех москвичей, кто на Москву, сопроводили в зону дьюти-фри зеленую и сказали, через час 30 будет посадка в самолет, и мы идем дальше. Пойдем дьюти-фри дохнем. Походим, посмотрим. Садимся и летим дальше. Как-то так. Вот такие дела. Вот такие дела. Духи, цены какие. Понятно. Все так понятно вообще. Все на кино. Иероглифы. 815 юаней, что ли, получается. Надо хоть себя духнуть, что ли. Как-то так.